Всем привет! Мы продолжаем проходить FNAF Hellhunted. Это предпоследняя ее часть игры, в смысле предпоследняя часть игр, вот так, по FNAF-у. И сегодня мы будем страдать, потому что остались, в принципе, самые сложные вещи, которые были... Самые сложные вещи во FNAF-е, в этом... У меня вообще проблема как раз с третьей частью. Во-первых, мы сюда включаемся, потому что мы там все прошли. Это мы не прошли. Нам осталось, по идее, вот это что-то. Я хз, что это, оно не открыто. Вот здесь одна осталась. И здесь три. Ну давайте пройдем, в общем, вот это. Попробуем здесь пройти, потому что у меня пока не получается. Оставим пока напоследок это все дело. Ух, блин. Я пытаюсь слушать. Влево ушел. Вправо ушел. Следующий сигнал может быть. Хе-хей. Какой я молодец. Как раз сказал, следующий сигнал может быть и прошел. Я не понимаю, в чем сложность именно этого задания. В принципе, там только на звук ориентироваться. Неважно. Почти. Это было. В смысле перезапустить чего? Я проиграл? Ладно. Hello. Здорово. Hi. Влево ушел. Hello. Вправо ушел. Ну там шарик выдал его. Его тупо шарик выдал. Это типа специально сделано, два раза должен был пройти, да? Да, видимо, два раза проходишь, тогда все получается. Интересная тогда схема. И там тоже так же было. Получается, это... не баг был тогда. А я действительно должен был проиграть, чтобы потом еще раз пройти. Вот про это я говорю, про высохшего. А вот это вообще жопа. Я не представляю, как это будет что-то проходить. Но мне кажется, может и получится. Я прочитал фигню, то, что было сказано, то, что в принципе то же самое. И еще я слышал то, что вот здесь пока не трогать ничего не надо. Нельзя включать с самого начала. Надо просто ждать. Пока на вентиляцию залезу. Вот. Блин. Ой, как неудобно. Я не знаю, где они находятся еще, в чем дело. Приблизительно помню, где они находились в прошлый раз. Энергия. Ой-ой-ой. Как он так близко оказался? Это нечестно было сейчас.
Это где? КГБ. Габелла. Я не понял, где шкафчик. Не понял. Кстати, почти прошел, до 3 часов держался, половина, то есть. Ладно, окей, это я могу пройти. Я просто не помню, где она находится еще. Как шкафчик. Просто сидим, ждем. Пойду попить можно пока что. В прошлый раз получилось как-то довольно легко. Но сейчас меня путают эти другие куклы. Очень сильно путают. Это удачно было. Мячик там катался, кстати. Показалось, что ли? Сразу две. Нокаут. Еще сразу две. Это было сейчас. Энергия улетает просто, обалдеть. Где? Где? Успел, что ли? Воу-воу-воу-воу. Все нормально, я успел. Не, и где? Мысли. Сейчас я не понял вообще. Я сначала отпугнул одну, которая близко была, а потом другую. Пугай. Вот. Да, это будет долго. Осталось вроде как 3 задания. Но они сложные. Сегодня 1.5 часа, кстати, играем, это не очень хорошо. Это было сразу. Я не знаю, как среагировать на это, если честно. Я не знал, что он там может сидеть вообще. Что-то упало. И я что-то спугнул. Где? Где, блядь? Капец, нет. Я вообще не понимаю, честно, вообще не вижу. То есть их было 2 сейчас у меня, которые находились около меня. Ну это сложно, это очень сложно. Там, кстати, было написано «Не смотри назад». Нарезка.
Ни хрена она незаметная. Я что-то запутался, где я нахожусь. Все, проигрыш. А может и нет. Ну где? Ну это не то, я проиграл. ГГ. А может и нет. А где? Я вообще без понятия, что делать. Что, блин, в третьем ФНАФе, что здесь? Тупо какая-то херня на запоминание. Я не знаю, где она еще может быть. Еще это гребаная энергия. Мячик упал где-то. Что, блядь? Вот что это? А, типа я прогнал? А что он говорил сразу? Я даже не понял, что я сделал сейчас. Проигрыш. Я не знаю, где она. Ебанина. Просто тупорылый. Как я должен это учить? Я же это сроду не выучу, если вот не знать это все. Там просто один раз был сказано «не смотри назад». Ну мы на стопорился, мы сейчас это будем проходить, обалдеть как долго. Учитывая, что мне это пиздец как нравится. Я буду страдать. Блин, а повезло. Я еще ролик видел. Там чел вообще знатно херачит. Я так не смогу. Дай, блядь. Где ты? Вот где она? Ну и скотина, конечно. Осталось два конченых левела, еще какой-то один. Ha ha ha!
казалось. Вот это что за звук? Это наверху? Бесячий левел, очень бесячий. Заметил. Ну и все, я хуй его знает, где она. О, нашел. Обалдеть. Надеюсь, это та была. Ну, двоих прогнал, скорее всего, все. И вот что? Что? ГГ. А может, нет. Их две. Вот здесь. Мне не нравится. У меня вопрос, почему это интересно? Почему это интересно? Блин, я ошибся. Вот это где? Звук был, а что произошло, я не знаю. Ну и все, проигрыш. Я хер его знает, где она. Я просто запомнил, I have you called, вот это вот, она справа находится. Вон она, видел ее. А не было звука? Звука с этой стороны точно не было. Ебать. Я просто... Не, я понимаю, что вкусы разные, но я не понимаю, почему это может быть интересно. Она сломалась. Что-то... Что это? Ha ha ha!
Вот что это? Какой скупин рум, блядь? Горит вместо игры. С вот этой мини-игры прям. Зашибись. А, это вот это. Это я запомнил. Я еще, по-моему, код прогнал. Случайно. Вот как я должен увидеть там момент? Не знаю, мадам, не знаю. Вообще без понятия. О, увидел. А что ты ничего не сказал, то как я должен среагировать был? Ух ты. Скупин рум, да. Две. ГГ. А, нет. You won't die, да, все, ГГ. Нет? Я спасся? Было 4 четка, блин. Я не успеваю рассмотреть там ничего. Я просто мелькаю вот так вот фонариком. Вообще ничего не успеваю посмотреть. Я просто случайно, бывает, замечаю что-то. Но это типа на рандом для меня. Я в подобном никогда ничего не учил. Ну, подобного характера игры. Это где-то вот там, да. Если она двигается, я замечаю. Если она не двигается, то это, скорее всего, капец. Мяч, это... А, это... Нет, стой, где? В смысле? А где тогда? Я же глядел сюда. Ой, бля. ГГ. Не, повезло. Все, проигрыш. Нет, повезло. Хрена, внезапное нападение с трех сторон. Это где? Повезло. Просто повезло.
Их слишком много было там. ГГ. А я все ничего не могу сделать. А, блин. Как же противно. Сирота. На рандоме проходить это просто... Ну, может, проскочу скоро, потому что 4,5 часа было. Зачем это сделал? А, звука-то не было, она там появилась. Чё-то до хрена их там опять сейчас было. Звук был-то какой-то. Ну это проигрыш, походу. У меня энергии мало. Смотрите, до 3 часов я спокойно добираюсь. Может и пройду. Опа. А звука-то не было опять. А нету ее тут. Опа. Энергии ни хрена нет. Все, ГГ. Я прогнал одну. Где было? Четыре часа было, да? Что Сбер пишет? Уйди. Очень сложная херота. Но FNAF 3 будет, скорее всего, тяжелее. Мне бы чуть больше батарейку, и все было бы хорошо. Вот это странно, я уже давно никого не видел. Вот. Казалось. Вот звуков нет никаких. Ух ты, это что было? Я, по-моему, там ее ни разу не видел вообще. ГГ. А может и нет. Это 2 был часа. Это было 2 часа. Что вот это вот я ничего не вижу.
Мяч. ГГ. Я хз... Оп! Повезло. Полчаса в это играть. Ой, блядь. Ладно, собраться. Я многое что проходил, и это пройду. Много чего бесячего проходил. Это ничего страшного. И где? ГГ. Да, ГГ. Мне повезло. Может, и может повезло. У меня энергии нет. Не, прекрати, прекрати, прекрати. Какой тюван? Ты какой тюван, блядь, я нашел тебя. Где? Иди ну. Чё, не смотри сзади. Все тут есть, все хорошо, нет ничего. Что, нажмись, блин. Я до пяти хоть раз дожил, я просто не знаю, я там просто в панике уже мечешусь туда-сюда. Блин, они... И что это было? Я сейчас проиграю. Это что значит? Это понятно, что было. Я иногда их случайно вижу. Ну, типа... Иногда случайно срабатывает что-то, когда зажал что-то. Это я знаю, что такое. Такой звук знакомый.
А чё у меня энергии так много? Мне игра поддаваться стала? Это что-то... Опа! ГГ. Ай, повезло. Опа, была, была. ГГ. Вот сейчас ГГ. Я и первого знаю, где ее искать. Где ее искать? Так все хорошо шло. Почему? Где я должен был найти? Где быть? Я даже свет держал слева. То есть она где-то справа была. Где? Не, ну сейчас, наверное, до 5 дожил. Там 4 уже давно было. Я продолжал тыкать неплохо. Это где это? Этот звук что было? Где? Где? Вон то было? Вот опять никого нету. Повезло опять. А никого нету. Это очень странно. Open room, да. Не знаю, мне повторы смотреть сидеть, что ли? Третий КНАФ там вообще запей. Это странная херота. Это что было? Опа. На некоторые точки я уже приспособился, в принципе, я на них реагирую. Это странное, что-то был звук какой-то. Ну, мне приходится равно засматриваться. Я не всегда, опа, не всегда успевал увидеть. ГГ. Я хз, где она? Вот где она? Вот это вряд ли, она только пришла. Где вот сейчас она была? Где она сейчас была? Может, корзина справа, но я там смотрел.
Мне вот это вообще не нравится. Что это за звук? Кто-то лом уронил, начиная справа. Увидел. Это комментарии, кстати, с YouTube пошли. Наф-наф вроде как раз. Хотя не уверен. Так и понял, что слишком много их было. Так ты здесь уже была. Вот какого хера, где она? Вот это? Да быть не может. Третий раз здесь уже. Это очень странно было. У меня, кстати, неплохие шансы из-за того, что еще никто не лазил. На верхней полке там. Вот что-то упало. Да, оп. Вот этот верхний полка. Где? Пожалуйста. Ну прекрати. О, две пропало. Что это? Это где? Эвандай, не хочу Эвандаить. ГГ. Хотя хрен его знает. Ну ГГ похоже. Блять! Я сейчас, короче, знаете, что делаю? Я скриншот поставлю, я специально проиграю. То есть я быстрее их вызову и подожду скриншот. Потому что это главный герой из сегодняшнего выпуска. О, даже неплохой кадр, он не такой уж и размытый получился. Посмотрите на это. Вы видите же это? Да, видите. Видите? Нет, это не на комментарий, не на FNAF. Это был комментарий на Detroit. Detroit Become Human, да. Беззвучно опять появилось там тут. Мне это очень, очень, блин, не нравится. По-моему, они места спавна сменили. И стали беззвучными. Блин, у меня мышка чуть не вмещается. Мне не хватает места, чтобы вращать ее так. Что странно.
Этот звук я знаю. Играть, конечно, да. Вот это что за звук? ГГ. А, все? Теперь я закрыл ее, да? Ты ящик просто направить, но не на ящик надо. Это мука, блять. Это мука. У меня ж такая же мука была с этим... С марионетками в этом... Sister Location, по-моему. Прям мука. Типа надо сначала на него нажать, потом уже на экран. Угу. Ну это же бред. Это прям надолго, учитывая, что в Sister Location я что-то чуть-чуть прочитал и уже прошел. Здесь этого не хватает. Здесь этого вообще не хватает. Здесь этого очень мало. Вот все. А, вот я нашел случайно как-то. Они что, долго исчезают, прям невозможно. Че, Тюван? Нет никого, Тюван. Все. А, может и нет. Вроде нашел. Ну ты игра просто паническая какая-то. Ну серьезно, я просто в панике тыкаю туда-сюда и пытаюсь что-то увидеть. Вдруг что-то замечу. Причем в последний момент иногда замечаю. Вот у меня энергии уже нету, а 3 часа всего. ГГ. У меня энергии нет. Ты как это держался? Я не знаю, как это проходить. Так же, как не знаю, проходить как на три. То есть я сейчас в тупиковой ситуации, мне даже негде расслабиться. И там будут проигрывать. У следующих FNAF он вроде другой. Другое дело, что еще DLC есть. Вот. Они звуки различаются. Это прям противно. То есть один и тот же звук может обозначить разные вещи. Причем я на видеоролике, например, замечаю иногда. Посмотрел просто, как это играется. На видеоролике я замечаю их лучше, нежели в игре. В игре вообще ничего не видно. По-моему, 2 пропало, да? Или как же долго время идет?
ГГ. А может и нет. Ладно, окей. Может повезло. Не ванкой тут. Все окей. А теперь нет, вообще все плохо. Я заметил последний момент, она была в середине вот этой полки. Когда она начала дребезжать, я заметил. У меня мурашки не от страха даже, а от злости. Ладно. Сейчас еще раз. Я хз, блин, мне ту же секиру проще было проходить, если честно. Ну как-то спокойнее, да, ты проигрываешь, но все равно. Я все равно, когда смотрю вот сюда, мне кажется, что там что-то есть. Давно никого не было, что-то. Вот. Какого хера? Заметил. Я просто забыл об этом месте вообще. Что? Было, по-моему. Иди ты, блин, что, блин, ебать. Здесь должна быть не вода, а водка. Осуждаю еще. Никакой радости, просто серьезное выражение лица я пытаюсь пройти. Сколько времени было в прошлый раз, кстати? Сколько времени было? Что? Это что было сейчас? Это наверху, это я знаю. Этот звук я в курсе. А, мячик, что это упало сейчас? ГГ. Я не вижу ничего. Мячик это... Ага. Да они так долго исчезают, это просто ужас. Вот опять никого нет же. О. ГГ. Я никого не видел. Еще 35 минут страдать. Блин, может я за 35 минут умудрюсь пройти эту хероту.
Блин, у меня крышка упала. Я крышку не прикрутил. Так, иди сюда, покажи, ну, погоди. Чё? Я забыл её прикрутить. Помогите, помогите этой херату пройти. Ну, пожалуйста, пройдись, сука. Я сфоткал. Вот все, это проигрыш. Опять никого нету, это напрягает очень сильно. Ну, тюван, все, да. Я хз. Ну, нету нигде. Что тюван? Я так сейчас в депрессию уйду с этой игрой. Я прям завис сейчас. Вот где она может быть еще? Опять ничего нету. Что? И почему ее нету здесь? В смысле? Этот звук означает, что он на полке. Но сейчас ее на полке не было. Вот это странно, я проиграл. О, две сразу поймал. Еще было вверху, по-моему. Нет? Показалось. Две поймал, зашибись. Я даже не видел вторую. Зашибе, но сразу три, можно сказать. Немножко энергии подержал. Две поймал уже сейчас. Идет на меня еще. Блин, энергии нет. Да, блять, да. На всякий случай. Ух. Тут отдышка. Как будто километр пробежал. Ужас какой-то. Это ужас. Да и я уже привык. Стоп, это значит, что мне еще раз надо?
Нет! Оно пройдено, я не верю в это, погоди. Я в это не верю. Оно пройдено, все, идите нахер, вот оно открылось снова. Я не буду второй раз проходить. Кто это, Фантайм Фокси? А, это опять по коридору ходить, что ли? Это ладно, это просто долго. Ебать, что? Что за звуки? Мне в них тоже врезаться нельзя, типа? Ух, это напугало, кстати, я не понял, чего за прикол. Объяснение дайте, пожалуйста, еще раз. Не дали, ладно, заново в меню выйти. Так, и что делать? Так, он идет на меня. Я в эти тоже не могу врезаться, так понял, да? О. Я там ходил, офигеть, сколько по времени. Так, мне надо было это посмотреть. Забыл в меню выйти. Она, кстати, ходила уже. Чти башкой, что она так это... Я не понимаю, как это играть. Пока что. Вот она стоит сейчас у меня в проходе. И что мне делать сейчас? Стою просто, пока он не исчезнет. Окей, ладно. А, он не исчезает. Он меня сейчас так поймает. А я никуда не ушел, почему-то. Пиздец. Это гуляние на часов 5, что ли? Вот куда мне сейчас переться? Я не успел посмотреть нормально. О. Так, влево нельзя. Ой, вправо нельзя. Вот сюда могу. О.
Да выпусти меня уже отсюда. Что это было сейчас? Воу, это где я? Бля. А я никуда пойти не могу. О, я шаг сделал, короче, получилось. Но он близко очень. О. Какая-то херобинь. Воу-воу-воу-воу-воу. Вроде вправо можно уйти. Ой-ой-ой-ой, еще вправо. Отлично. Вот вправо можно. Еще вправо можно. Встань, пожалуйста. Это так долго и муторно, и просто непонятно, как хер делать вообще. Ой, хера, в потолок смотрю. Что-то было. Там не Фокси вообще. Или что это там вообще такое? Почему? Типа слишком часто? Я, короче, пока не нажму В, он у меня вообще, в принципе, ничего не делает. Будем максимально медленно все делать. Я забыл посмотреть влево, ну ладно. А можно идти прямо. И главное, быстро нельзя это делать. Быстро делаешь, проиграешь. Маразм просто, полный маразм. Там просто кукла стояла где-то рядом. Мне стрёмно ходить туда. Угу, вправо могу. Ну, более адекватно, что стало. Адекватно. Вроде можно.
Значит, не понимаю, почему-то они это... Он перестал появляться по два раза. Типа, слишком часто я тыкал, он два раза оставался? Вот... Дай мне эту инструкцию. Я... И что это было сейчас? Почему мне напал? Переехать. Чё? Что это значит вот это? Что это значит? Просто. Почему я не могу сразу идти? Почему я должен хероту смотреть? Какой же бред? Вот кто знает, почему я проиграл в прошлый раз? Почему? Он просто решил напасть? Охерительно! Гениально! Я даже нажать не успел вспышку. Я просто проиграл в прошлый раз. Вот и чё? Допустим, я сюда пойду. Блять, почти. Ну, тут влево только. Ох ты, бля. Ох, бля. Мне больше нельзя идти. О, я вправо могу уйти далеко. Там стена только. Выпусти меня уже отсюда, задрал. Во-во-во-во-во, тихо-тихо-тихо, спокойно. Ну заебал. Отпусти, отпусти. Отпусти, ты ради бога. Уйди от меня, пожалуйста, уже, задрал. Я ж почти прошел, тут чуть-чуть осталось.
Это типа... Дай к двери пройти. Сука. Ох ты, нихрена. Веди, где он стоял. Ой, хер. Ты чё? То есть я тут гулял, блин, минут 5, наверное. А потом он решил напасть. Хорошо. Нет, вообще ничего хорошего нет. Это бред какой-то. Что за чушь? Дай мне идти тут же. Это я не понял прикола сейчас. Он же не зашел. Это сейчас проигрывать начну. У меня терпение перестанет быть. Ну, вправо вообще не вариант идти. Очень странная херня происходит. Блин, ну чё, на коньках бегает? Чё за говно? Чё он так еле ходит? О, он исчез. Долбанёшься. И почти в медведя врезался. Уйди, пожалуйста. Заебал. Что за херня? Там где не было? Сука, блин, так херово. Как терминатор, что в полу растворился. Его там не было. Не было его там. Я 3 шага сделал. 3. Почему ты не идешь? Сколько можно это смотреть? Дай мне идти. Он не бегает, причем еще. Я не могу бегать. Я не знаю, как его обойти, кстати. Что-то сейчас в этот раз дороги нет никакой другой. Хотя... В этот коридор между аниматрониками зайти. Ага, он сюда переместился, скотина такая. Мудак лисий. Ох ты, ни хрена. Ты так двигаешься. Отстань! Ты, блин, ты чё? Ты издеваешься? Почему ты не уходил? Я вообще не понимаю смысл этого.
Я первый раз не понял, у меня как-то у меня получалось, типа, вправо-влево уходишь, и он исчезает. А, нервная серия, нервная. Кирик путь меня ожидает. Блин, сейчас в него врежусь. Кто это блевотина? Что-то они стоят очень неудобно в этот раз вообще. Вот как я должен обходить их? Хорошее место занял, кстати, он. Всегда там стоял. Я был бы рад. Блин, он сейчас он меня перекроет. Вот что мне делать теперь? Вот, кстати, это стоит, походу, да. Тут хер пройдешь. Я вот к чему это говорю. Не, ну я в шоке, то что я прошел уже этих. Да иди. Зачем мне эти ожидания 15 секунд? Я эти ожидания уже пережил, обалдеть сколько. Очень нервная серия, очень, блин. Это я еще третий ФНАФ не проходил. То ли еще будет. Еще DLC бывает сложнее обычно. А там уж хрен его знает. Так, уйди, пожалуйста. Да ты задрал. Иди в другую сторону. Но это слишком часто было, мне кажется, сейчас вот именно. Но мне, я не могу ждать, у меня уже задрало это состояние и смотрение в экран черный. То есть передо мной сейчас где-то аниматроник стоит. Сука, опять не стоит как-то непонятно как. Вот куда я должен идти сейчас? Так, я тут сейчас кого-то задену. О, открытая дорога. Ох ты, блядь, стоит.
Когда-нибудь я это пройду. Это не настолько бесящий, как с теми куклами. Вы мне не даете ничего сделать-то вообще. Я уже собирался нажать, а мне просто выпрыгнул. Как в это играть можно за спокойное выражение лица вообще? Очень нервная серия для полутора часов. Просто пиздос. Я вообще не представляю, как это... Жалко нервы. Вот. Что я должен был сейчас делать? Вот как часто я должен тыкать это? Замедлимся немножко. Конечно. Не-не-не. Появится. Падла. Видел. Почему напал? Что? Ай, все. Сейчас я еще немножко Ну, начинать я не буду еще раз. Тяжелая серия, очень тяжелая. Морально прям ужасно, ужасно. Я очень рад, что я прошел кукол. Это минус одна уже из трех. Это просто замечательно, божественно, ура, спасибо. Так, все. Надеюсь, я в следующий раз пройду вот это, ну, типа, там с чистой совестью, с чистыми нервами как-то получится. А как проходить FNAF 3, я пока вообще не представляю, там будет тоже будь здоров. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну, нагорелся, конечно, здесь знатно, прям... Надеюсь, серия будет более-менее адекватной. И еще сорян. Все, всем спасибо и всем пока.